Приветствую вас на нашем канале. Хотим сегодня в наших обзорах представить прицеп Саранского завода, модель 713235. Данный прицеп предназначен для коммерческих целей с габаритами кузова 3 метра 40 сантиметров на чистых 2 метра. Хорошо использовать под определенные грузы, либо для перевозки техники. В данный прицеп зайдут вольтом 2 снегохода, либо с боковой погрузкой 2 квадроцикла. Ну, далее о прицепе. Прицеп изготовлен из оцинкованной стали, толщина борта 1,5 мм, усилен ребром жесткости методом зиговки и влагостойкой фанерой бакелитовой. У данного прицепа все борта распашного типа. Таким образом раскрывается во все четыре стороны, что позволяет боковой погрузке погрузить груз, либо технику, квадроциклы, либо какие-то палеты при помощи погрузчика. Таким вот образом раскрываются все борта. Прицеп этот усилен. Изготовлены рамы и дышло из 3-миллиметровой стали методом гибки. Дышло у данного прицепа переменного типа. Светотехника польского производства фирмы Фристон. Имеется противотуманный фонарь, поворотник, габариты стопы, подсветка номера. Пойдемте к дышлу. Дышло прицепа, как сказал уже, переменного типа из 3-миллиметровой стали. Есть куча дополнительных силовых кронштейнов, что усиливает раму прицепа. Передние габаритные фонарики, как положено по ГОСТу. Спереди стоит сцепная головка на специальной регулировочной пластине, которая позволяет регулировать по высоте данный прицеп под ваш автомобиль. Головка на данной модели установлена фирмы Knot Венгрия на 1400 кг. Вес прицепа составляет 460 кг, он нелегкий, поэтому здесь используется данная головка. Вилка стандартная, европейская, 7-пиновая распиновка. Провода уложены аккуратно по раме и закреплены специальными пластиковыми стяжками, страпами. Колеса на данной модели убраны под платформу, поэтому крыла основного нет. Есть два подкрылка, передний и задний. Задний с брызговиком, для того, чтобы не забрызгивало грязью идущие сзади автомобили. Колеса 15 радиуса, которые используются на российских автомобилях Нива. Разболтовка у них 139,7/5. Ступица, соответственно, также идет нивская. Подвеска рессорно-амортизаторная. Рессоры скользящего типа по принципу Алка Коберка, которые зарекомендовали себя в Европе. Пятилистовые, что дает дополнительные усилия. Можно перегружать прицеп, ну, ориентировочно до тонны. Задние фонари крепятся на байонетных коннекторах, так как, в принципе, на всех прицепах Саранского завода. Без изолент, без скруток, что позволяет добиться более долговечности в наших условиях соли зимней. Ну, более детальная информация на нашем сайте. Были рады вас увидеть. До новых встреч!